утро на Енисее. Ну что, девушки, пора готовиться к Новому году. Жень, макияжи снова модные, стразы, блестки и прочие мишура. Для того, чтобы макияж стал новогодним, не обязательно обклеиваться с головы до пят стразами. Можно обойтись более гуманными средствами. Сейчас я покажу, что мы будем делать. Для начала я использую сияющую базу под тон. Она придаст коже такое естественное, красивое сияние. Но помним, не стоит наносить сияющую базу на несовершенство кожи, потому что сияние подчеркнет прыщики и шероховатости кожи. Следующим этапом у нас тон. Если какие-то несовершенства тон не смог перекрыть, мы пользуемся консилером. Подчеркнем естественный рельеф лица при помощи контурирующей пудры и хайлайтера. Ярко? Нормально. Не забывайте добавить немного румян. Вот такой вот холодный оттенок создаст впечатление, как будто вы пришли с мороза. И наносить тоже на все лицо, как будто мы только с мороза зашли. Да, совершенно верно. Вспоминайте, когда вы зашли с улицы домой, где ваш естественный румянец. Туда и наносим, там усиливаем. Наносим и на щечки, и на кончик носика немножко. И вот так вот над бровкой, и даже по векам пройтись можно. Женя, так ты же сказала, что мы без блесток обойдемся. Но здесь же нет блесток. Здесь смотри, какой красивый, легкий шиммер. Это очень празднично и красиво. То есть такой допустимо? Такой допустимо. Смотрится и правда красиво. Посмотрите, какую мы красивую подготовительную работу сделали. Выровняли тон кожи, румянчик сделали. Переходим к макияжу глаз. А в каких же оттенках он будет? Как ты думаешь, Вика? Ну, я могу предположить, что наступающий год у нас год золотистой желтой хрюшки, соответственно, в этих же примерно оттенках. Действительно, Вика права. Мы будем делать макияж золотых и бронзовых оттенках. Это очень актуально. Наносим золотой цвет на верхнее и нижнее веко и растушевываем по краю. Если у вас сыпучие тени или пигмент, подложите ватный диск под нижнее веко, чтобы после макияжа глаз не пришлось поправлять тон. Наносим персиковый оттенок в складку века и хорошенько растушевываем. Следующим этапом наносим световой блик во внутренний уголок глаза. Реснички прокрашиваем тщательно от основания до самых кончиков. Добавим изюминки нашему макияжу и выделим слизистую нижнего века бронзовым карандашом. Какого цвета губы сделаем? Давай посмотрим на нашу модель. У нее уже очень яркие выразительные глаза. И можно просто остановиться и сделать блеск для губ. Но я хочу усилить образ и добавить красную помаду. Будет супер. И последний штрих. И макияж готов. Готовились к Новому году красиво. Виктория Лазарева, Евгения Яринских, Дарья Прекрасная и Константин Шубкин. Репетиция Нового года прошла успешно. Теперь репетируем 1 января. Хорошо, что взорвалась только одна хлопушка.